Я как услышала, что инсулин станет платным, расстроилась и испугалась. 200 самани пенсия у меня. Если буду его покупать, на что куплю еду? Новость о том, что бесплатного инсулина осталось в стране только до июня, а затем его придется покупать на свои деньги, сильно напугала диабетиков, особенно пенсионеров, таких как Сайдамо. Стоимость препарата в платных аптеках примерно равна средней по стране пенсии – $25. Из-за диабета у меня были проблемы со зрением. Один глаз ослеп, второй плохо видит. Еще у меня давление высокое постоянно от переживаний. Хотя препарата пока хватает, Сайдамо говорит, что проблемы уже начались. Если в прошлом году выдавали достаточное количество шприцов для инсулина, то сегодня она получила только 2. Остальные придется приобретать на свои средства. Благотворительные организации в течение 10 лет поставляли нашему центру эндокринологии и всей республике бесплатный инсулин. Дело в том, что это был не постоянный проект, и в прошлом году он завершился. Деньги на покупку инсулина забыли заложить в бюджет страны на этот год. Привыкли к тому, что он достается медицинским учреждениям бесплатно. По заверениям медиков, они уже занялись решением этой проблемы и ведут переговоры с международными организациями. Но, судя по заявлению спикера Нижней палаты парламента Шукурджона Зухурова, скорее всего будут составлены специальные списки, и инсулин получат только те, кто находится за чертой бедности. Сегодня в Таджикистане выявлено более 34 тысяч страдающих сахарным диабетом. Около 10% из них – это первый тип, то есть те, кому нужен инсулин. Чтобы их обеспечить препаратом, требуется всего чуть более $600 тысяч. Если международные организации поставляли в страну только проверенную продукцию всемирно известных фармацевтических компаний, то где будут закупаться таджикистанцы? Попытка сэкономить может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Трофические язвы, слепота, некроз тканей, ампутация конечностей или даже смерть. Вот неполный список последствий обострения и осложнения сахарного диабета и использования некачественных препаратов. Эта проблема начинает касаться не только родственников, но и большого круга людей. И государство потом вынуждено будет тратить на лечение диабетиков в 10 раз больше, чем на ежемесячный инсулин. Анушервон Арипов, Насим Исамов, «Настоящее время», Таджикистан.